Привет, друг, с вами Дематерик Скул, и сегодня будет заруба 9-летнего воркаут-атлета против 22-летнего рекордсмена по пауэрлифтингу. Так, ладно, сейчас что мы объясняем тогда. Мы сейчас показываем упражнения, и вы их будете пробовать. Первое — это провороты за 30 секунд, то есть на количество. Сенич, давай. Кстати, у тебя преимущество, у тебя рост, так что здесь, возможно, ты выиграешь. Ему еще залазить надо будет теперь. Сень, давай провороты покажем. Бамс, бамс. И вот таких надо сделать максимальное количество за 30 секунд. Угу. Готов? Кто первый? Ну, суефа давайте, чтобы честно было. Сенич прям бьет. Так, ты, а кто первый-то? Сенич, давай, го. А, стой, время. Ага. А, ну тогда получается давай. Наоборот же, он выиграл, я первый получается. Да пожалуйста, смотрите, кто хочет. Так, что, можно магнезия чуть помазать? Бери, все в твоих руках. Давай. Так, раз, два, три, полетели. Давай, раз. Так, стой. Давай, наверное, все-таки дадим тебе шанс хоть попробовать, да. А то совсем нечестно. Давай еще раз, советую тебе взять руки поуже и, да, и просто вот пробуй так, давай, чтобы ноги проходили лучше. Во. Так, как готов там, скажешь, как нарепетируешься. Одна попытка и полетели. Раз, два, три, начали. Давай. Раз, дальше. Два. Давай, держись. Три. Далее, 4, 9, ну еще, давай, 10, стоп, 10 с половиной, короче, успел, ну, лучше, чем ничего. Красава, не кружит? Ну, чуть-чуть, ну ладно. 3, 2, 1, поехали. 1, нормас, давай, не торопись. 2, красавчик. 3, 4, давай, 5, 11. Давай дальше. 12. Время. Что вы скажете в свое оправдание? Это просто несправедливо. Сенич, ты читер, говорят. Все вот так. Так что сиди пока, отдыхай. Кстати, Вова, 1-0. Давай. У тебя еще есть 4 шанса, чтобы порвать нашего великого Сеня. Он, кстати, предыдущую зарубу с мелких тоже там всех. Никого не щадил. По-моему, сколько так человек было? Человек 14 или 10, не помню. Ну, короче, всех порвал. Вот. То есть вы мне дали лучшего? Да, мы дали лучшего из лучших. Ну, как бы, рекордсмен. 30 рекордов. Сколько, точнее? 33 рекорда против, ну, Сеньки. Так, следующее — это подтягивание на выбывание. То есть я тупо считаю 1, 2, 3, и вы подтягиваетесь. Вот так. Вот. Так что, ну, тут чисто воркаутческая тема, но есть шанс. Покарать. Строго вообще, строгие подтягивания? Не настолько строго. То есть есть подмахи небольшие, то есть можно, в принципе, их. А то есть это, я так понимаю, типа лесенки? Ну, или почти. Как? То есть только вы не слазите. Один подтянулись, потом два подтянулись, три, и вот так на максимум. А, ну понятно, все. Ага. До того, пока кто-то не вылетит. Сенич, готов рвать. Вова, готов рвать. Я зол. Кстати, блин, еще ни разу не упомянул, а у Вовы-то канал есть? Есть, конечно. Да, вот, так что, друзья, welcome. Вот, прям всех ждет, прошу. Не дождется. Канал не так давно создан, и поэтому да. Надо просто добить. Просто добивайте. Короче, если соберем ему 1000 подписчиков, то он сделает все возможное, чтобы выиграть одного из наших. Да. Все окей. Готовы? Да. Поехали, все, давайте. Так, висим. 1. 2. 3. 4. 5. Пока вообще круто идете, молодцы. 14. Сенич там тоже следит за состоянием, чтобы плохо не стало. 15. Капец, что происходит. 16. Маленько отнеситесь. 17. Хорошо. 18. Тащим. Сколько было уже? 18. 19. Давай. Делаем. Стараемся. 20. Нормально, можем. Тянем. Вов, давай, тяни.
Нормально держись. Подмахи используй небольшие. 21. Не, все никак. Ну-ка, Сень, давай на максимум. 22. Не, Вову затащил. 23. Чуть повыше, Сень. 24. Не, все, тоже. Тоже улетел. Мощно, мощно. Двадцатку-то. Конечно, хват уже, блин, просто не вывозит. Там вообще руки ватные становятся. Сенич даже, он там в шоке. Сенич, ты что, по-моему, сколько у него максимум? Отдыхай. А? Сколько у него максимум потягивает? Сколько? 35. И что я сделаю здесь со своими двадцаткой со своей? Короче, мы сейчас, следующее это будет у нас отжимание с хлопком, просто чтобы морально настроились. У вас будет минута и максимальное количество надо сделать. Отжимание как? С хлопком. Сенич, покажи, ты все равно самый заряженный, отдохнувший. То есть бам, ну-ка давай еще раз. Бам, не, не так, да, вот так. То есть просто на с хлопком, минуту, да? Да, максимально, сколько сможешь. Вот. Я не знаю, сколько Сенич делает, вообще не, без понятия, не видел ни разу. Вот, так что есть шанс, давай. Было бы очень интересно, вот я не знаю, реально ли это. 2-2 и последнее испытание, пятое, чтобы вот прям вот... Победитель решался, так что постарайся. Такая интрига. Вообще, такая. Вот это было бы уже интересно. Это было бы круто. Ты готов еще? А насколько? Надо минуту. То есть вот, я считаю, ты главное хлопки делай. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 24, 25, 26. Чё творишь? Давай, давай, давай дальше. 27, 28. 20, нет, давай еще, давай еще. 29, 30, 33. Нет, все время. 33, Сенич, что творишь, нормально все? Молодец. Забился? Че болит? Ну-ка, давай рассказывай, хоть послушать тебя. Че забилось, рассказывай. А то некоторые не знают, что болит обычно в таких. Не, а где именно? Вот в руке. Бицуха болит, странно. Должны плечи, ну ладно, окей. Все, настало время Вову уничтожать. Давай, тащи. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 27. Давай, держи, 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 давай, давай еще. 28, 29, 30. Нормально, нормально. Давай, давай, тащи. 34, 35. Давай, давай, давай еще. 36, 37. Время. Вова, я тебя поздравляю. Неужели 37? Сенич даже не обиделся. Я это сделал. Ты красавчик, молодец. Сенич тоже сделал все, что смог. Сеня не поддавался, так что Вова победил. Молодец, первый раунд. Все, давай, еще один раунд побеждаешь и создаешь великую интригу просто. Так, Сенич, Вович. Короче, Сень, ну ты знаешь, что делать. Давай покажешь статика на согнутых. Ага, давай. Короче, также вдвоем висите. На время, кто дольше. Вот так, вот. Он там уже все, прыг. Дадим шанс Вове все-таки. Вове можно касаться, тебе нельзя. То есть так же на время? Все хорошо? Да, да. Время? 3, 2, 1. Подтянулись и держим. Все, Сеня не касается только. Ага. Все, Вова может касаться. Советую Вову пользоваться этим. Это помогает. Прямо хватаю, может. И держимся, держимся. У нас рекорд по этой штуке 4 минуты у некоторых есть. Но на самом деле тяжело, тяжело. Не у всех так прет. Сенич, там смотри по себе. У нас там еще один впереди. Испытание. Па! Че, тяжко, Сенич? Короче, Сенич все-таки дал шанс Вове. И вот, и поэтому у нас сейчас лютый финал, где мы сразимся в еще одном упражнении. Так что все, сейчас ждем и перейдем к нему. Остался финал битвы.
за приз новогодний. Вот, это планка. Так, ну, Сеня не будет хвастаться рекордом, но просто он есть. Скажем это так, это единственный рекорд, который прям есть. И вот, просто кто дольше продержится. Главное, следим за техникой, то есть спину не задираем. И все окей, окей. Так, все, готовимся, Сеня, лицом сюда давай. Все, готовимся. Сейчас скоро ставим фланку и просто держимся на максимум, релаксируем. Спину только не задираем и головой не касаемся. То есть основные правила. Ноги, руки не отрываем. Просто держаться в талу. 3, 2, 1. Все, встаем. Рекорд какой у тебя, Вова, по планке? Блин, минуты 2,5, 3 стоял я. Как-то. Ну, а у него? Ну, Сеня... Давай Сеня потом озвучит. Если выиграет, проиграет, в любом случае озвучит потом. Так что мы просто берем и держимся с вами. Ну, Сеня вообще это любимое упражнение, на самом деле. Он всегда его просит. Я обычно детей наказываю за какие-то проступки, ставлю в планку. Да. А он... Его смысла нет наказывать в планку. Это как будто я его поощрил. Пока все хорошо идет. Финальный этап 2-2. Как я мечтал об этом. Я даже не мог себе представить, что будет 2-2. Вова красава, тащил как мог. Сеня тоже просто... Сеня, я помню, тогда тоже в своей зарубе. Сначала 3, по-моему, этапа выиграл. Дал понять, что он выиграет всех. А потом уже начал ливать. Все, держимся. Песенки. Да, разговаривай. Сеня бы вполне мог еще уроки сделать, пока в планке стоит. Спокойно вообще. Вовыч, держись. Какой знакомый мандраж, как я это понимаю. Большим всегда тяжело, мне тоже тяжело. Все, не могу, спина. Держись. Все, спина. Все, минус Вов. Сень, расскажи, какой рекорд у тебя по планке? А чем мне стоит? Да, пожалуйста, ты победил. Какой рекорд? 40 минут. А ты, по-моему, дома еще час держался, говорил? Да, дома. Ну, короче, зафиксированный рекорд 40 минут, а дома час. Ну, Вов, тут шансов не было, извиняюсь, конечно. Можно мне подушку сюда принести? Я здесь отдохнул, прилягу так. Да, нормально. Кстати, если что, у Вовы выйдет на канале видос, уже сейчас вышел, как мы учим его элемент на турнике. Это было очень зрелищно, так что обязательно переходите по ссылке в описании, еще вот здесь название его канала. Просто чекайте. Вова, всех топ. Жду. Красавчик. Вова, как тебе вообще? Как ощущения? Блин, ну, вообще ощущения круто. Вообще все, что со спортом связано, мне это нравится. Как бы вот это потом будет завтра боль, вот это в мышцах все равно она будет. Она очень приятна. Но вообще я как бы немного подавлен. Потому что я осознаюсь, я проигрывать вообще не очень люблю. Тем более 9-летнему пареньку. Но ничего. Как бы будет и на моей улице праздник, я возьму реванш. Возьму реванш именно у вас, у вашего канала, и все. Красава, красава. Сенич, ты как победитель? Я нормально. Нормально, как всегда, да? Да, я нормально. Часто побеждаешь вообще? Ну, два раза. Два раза? А, ну это чисто на канале. Чисто на зарубах. Красава. Ну, молодец. Рад? Да. Вот это самое главное. Главный-то вопрос. Да. Как ты ощущаешься после того, как победил 33-кратного чемпиона, рекордсмена мира? Нормально. 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 Это знаешь, вот как каждый день вообще нормально. Вот, как за хлебом сходил. Это знаешь, вот это? Надо вот это сделать. Следующего мне. Фух. После 5 испытаний победа достается Арсению. Поздравляю тебя, Сеня, красавчик, молодец. Я надеюсь, Вова не обидится, потому что мы поможем развитию его канала. А с вами были Дематерик Скул. Всем прогресса. Ссылки в описании. Пока!